Здравствуйте, сегодня 15 января 2022 года. Вот у группы Бутырка есть такая песня «Запахло весной». Вот я сейчас вот иду, вот смотрю на эту березу, у которой ветви колышутся на ветру. Смотрю на вот те плывущие облака, на солнце, которое за ними сверкает. И у меня такое вот чувство, что зима, так сказать, ну понятно, что она не кончилась, сегодня только половина зимы, что, ну скажем так, не все так безнадежно с зимой. Вот та тоже береза классная. Половина зимы — это вообще очень интересный период. То есть теперь с каждым днем мы будем приближаться к весне. И это очень сильно радует меня, вот, например. Несмотря на снег, на холод. Но вот эти, кстати, оттепели, которые внезапно появились. Вот, например, смотрите, позавчера было минус 15. Вчера плюсовая уже температура, плюс 2 было. Сегодня тоже около того. 0 там. Это Васильевский мост, Бутискина гора, начало улицы Максима Горького. Я нахожусь на второй Пушкарной. Под мостом течет река Орлик. Направо, не доходя до реки, если повернуть, будет набережная Есенина. Раньше называлась правый берег Орлика. Да, и вот знаете, такое настроение вот не весеннее, не предвесеннее, а вот уже какое-то вот что-то проглядывает уже такое радостное вот в этом солнце. Что-то вот в этой березе мне показалось такое вот шевелится, такое живое что-то. Какая-то вот уже надежда шевелится, понимаете? И солнце вот это, и береза, это уже как-то, ну, не весенняя такая картина. Грачи прилетели, нет. Но уже зима не та, уже зима пойдет на убыль, я думаю. И вот эти оттепели, которые наступили, тому подтверждение. Давайте посмотрим эти дома старые на второй Пушкарной. Вот старый дом, очень такой деревянный, уже нежилой, интересный. Так, ну там жилой дом. Вот дома тоже старые. Их не будет со временем, поэтому вот это видео, оно, в принципе, так сказать, пускай останется в истории нашего города. И вот тоже домик маленький, доудаленький. Нравится мне такой вот небольшой размер, экономичный. Хороший домик. Старинный, но симпатичный. Ну, а это, я думаю, какой-то купеческий дом был. Вообще здорово смотрится. Хотя могу ошибаться. Ну, вот эти, да, не знаю, как называются, элементы. Видите, вертикально, когда кирпичи лежат, ребром, когда они лежат над окнами, здорово смотрится. Это просто дом классный. Если бы красный цвет покрасили, чтобы больше соответствовало кирпичу, было бы вообще здорово. А так он как-то посовременнее смотрится, чем купеческие особняки из красного кирпича. Ну, в общем, классный домик я тут снял. Я очень доволен. Настроение, ну, не весеннее, а, скажем так, предвесеннее. Предвесеннее. Березу обожаю. Вот. Она так колышется классно. Солнце там выглянуло. Прогулка замечательная. И совсем не холодно. Около нуля. Вот тоже дом с резными вот этими наличниками. Классный. Что еще тут снять? Ну все, наверное. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий Зарлан.